Волонтерство – наш социальный тренд. Конференция с таким названием прошла в Десногорске. Этот слоган лаконично отражает современные ценности общества – распространение культуры созидания и добрых поступков. Такая деятельность успешно меняет городскую среду. Это знают и понимают и в администрации Десногорска. Я хочу пожелать всем нашим волонтерам не терять своего энтузиазма, а руководителям волонтерских объединений продолжать успешно работать и принимать в свои ряды новых активных граждан нашего города. В Десногорске центрами благих идей служит волонтерский штаб. 4 добровольческие организации, которые входят в штаб, предлагают уникальные проекты по созданию комфортной и удобной жизни в городе. Волонтерам ГОУСШ номер 1 проводят акции по оказанию практической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке. Таким образом, они возрождают лучшие отечественные традиции благотворительности. Помощь нуждающимся, благоустройство территории, приобщение к здоровому образу жизни – это малая часть задач, реализуемых волонтерскими организациями. Представленные на конференции проекты формируют у горожан культуру нравственности, взаимоуважения и ответственности за себя и свою жизнь. С каждым месяцем волонтеров в Десногорске становится все больше. 108 добровольцев города, среди которых есть и люди взрослого возраста, уверены, что в их силах сделать наш город комфортнее и приветливее. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.